Всем доброго времени суток, с вами канал Артмани, и сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такую вот клюкву, протертую с сахаром. Стоев, какой-то Стоев, тут вот домик нарисован, довольно очень красивый, 2000 года, видимо, вот они появились. Здесь очень хороший состав. Здесь в составе ягоды клюквы, сахарный песок. Все. Просто ягоды клюквы, протертые вместе с сахаром. И все. Вот. Состав, ну, не только состав, а все, что здесь написано, я сфотографировала. Вот. В конце ролика они обязательно будут. Ну, сейчас еще попробую показать, но она, видите, особо не фокусирует. Никак. Ну ладно. Только сегодня во влоге говорила о ней, и муж уже как почувствовал, что я ее захотел, купил. Вот, сейчас мы ее откроем с вами и посмотрим. Опа! Так, куда ее идти? Пускай лежит. Так, ложечка моя и наше блюдце. Сейчас мы ее на блюдце рассмотрим. Вот она, посмотрите, аромат сразу клюквы прям вообще такой незабываемый, очень пахнет. А вот даже, кстати, ягодка целая, похоже на как будто крыжовник, такая прозрачная немножко. То есть даже в принципе видно, что это не какой-то там, не помню, как называется, желе, что ли, где там толком непонятно, из чего там оно сделано. Тут даже есть ягодка попалась. Вот, не знаю, много здесь таких. Ну, в принципе, да, там что-то вот попадаются. Такие козявочки всякие. Вот, да, кусочки. Здесь кусочки. Чувствуется, что да, действительно, она протертая. Вместе с сахаром. Там вам не особо видно. Сейчас я покажу поближе. Такого она приятного оттенка, такая красненькая, очень аппетитно выглядит, очень ароматная. Ох, обалденно, понимаете, если бы просто была эта малиновая, ну, малина вместе с сахаром, ну, как-то не особо, да, мы малину уже наелись, наверное, это в тех городах, где малины нету. Естественно, у нас нету клюквы, поэтому клюква для нас подарок. Вот, сейчас мы ее с вами попробуем. Такая ароматная-ароматная. Прям чувствуется прям вкус такой клюквы. Как будто, знаете, вот купили на рынке, помыли, вот прям с сахаром ее таким растерли. Вот, ну, естественно, сахара много, приторная. Хорошо терли сахаром. Вот, но если ее есть с чем-то, там, с блинами, например, или вот как я добавляю ее в водичку и пью просто типа как компотик, мне очень нравится, очень вкусно. То, в принципе, кстати, я компотик пила и не чувствовала, что она прям приторно сладкая. Мне казалось, что она без сахара почему-то. Вот, видимо, в принципе, она, наверное, должна быть кисленькая, поэтому добавили много сахара. Ароматная. Вот. Ну, через камеру вам, конечно, не особо видно. Сейчас я еще попробую немножко. Лампочки наши поставить. Вот, ну тут чувствуется, видно, что вот эта вот ягодка. Не в каждом варенье увидишь половинку, вернее, ягодки. Шлепнулась. Конечно, она тоже, безусловно, вкусная. Обалденно вкусная, но приторная, очень сильно приторная. Вот, по цене я вам не скажу. Попробую я найти цену, написать ее в комментариях. Так, а 280 грамм здесь, кстати.
Вот, баночка довольно такая красивая. Вот, мы из таких баночек, кстати, с вами будем потом что-то делать интересное. У меня же одна такая есть. Вот. В принципе, на сегодня это все. В комментариях мне напишите, ели ли вы такое. Ну да, варенье можно, наверное, это назвать. Хотя нет, варенье варит. Просто протертую ягоду. Так, понравилась ли вам она? Какие вкусы вы ели? Какие еще там бывают? Потому что в магазине я сейчас не так часто бываю. Вот. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.